Я пробовал медленнее, медленнее получается, потому что штопор фигура такая быстрая, такая. И все. Педаль до упора штурвал на себя, и вдруг что-то меня прокинет, закружит, потянет к земле. Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор. Считаю, что им не достался счастливый билет. Ни с чем не сравнимо то ощущение падения, которое мы испытали неведомо им. Они не видали ни разу ни земли приближения, держась на ремнях привязанности плом обовым. Воду захватило и в тело влилось напряжение. Секунды виток и машину пора выводить. Земли приближение длится всего лишь мгновение, но именно эти мгновения трудно забыть. Я не собираюсь кого-то вводить в заблуждение. С такой красотой порою соседствует страх. Но тот, кто заметил, что радость полета в падении, наверное, в чем-то по-своему тоже был прав. И тот, кто попробовал раз, непременно замечу, захочет еще повторения такой красоты. И снова земля, загружаясь, понесется навстречу. И только для вывода был бы запас высоты. Пусть кто-нибудь спросит, ну что в нем красивого, что там? Пока не попробуешь, сам не получишь ответ. Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор. Считаю, что им не достался счастливый билет. Спасибо.